подведомственных учреждениях Магадана провели контрольные мероприятия по соблюдению обязательных мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На территории области действует постановление регионального правительства номер 458, где установлен перечень противоэпидемиологических мер. Ношение маски, соблюдение дистанции и остальные требования постановления проверила контрольная комиссия, в состав которой вошли представители регионального министерства образования. В списке контрольного выезда Магаданский промышленный техникум, его филиал в поселке Ола, колледж экономики и сервиса. Созданы рабочие группы, которые проверяют, соответственно, подведомственные учреждения по соблюдению режимов масочных, перчаточных и так далее и тому подобное. То есть соблюдение требований, которые прописаны в указе и с последними изменениями, то есть усиление мер и прочее остальное. Вот. Сегодня мы посетили учреждение Магаданский колледж экономики и сервиса. В принципе, замечаний существенных нету, мелкие небольшие недоработки есть, которые в принципе устраняются, ну, в общем-то, по ходу даже проверки. Сегодня же у нас тоже эта проверка еще и в Магаданском политехническом техникуме. Вчера мы проверяли Ольский филиал политехнического техникума и техникум промышленный. И промышленный техникум. Там тоже замечаний, в принципе, таких особых нету. При входе в учреждение проводится термометрия. Помещения оборудованы рециркуляторами воздуха. Каждые 2 часа проводят влажную уборку в коридорах и кабинетах. Протирают дезинфицирующим раствором ручки дверей, перил, контролируют соблюдение масочного режима. Все соблюдают масочный режим, то есть и преподаватели, и студенты. Студенты, дети, сироты обеспечиваются нами масками. Дети ОВЗ, которые тоже обеспечиваемы, малоимущие, если таковые есть у нас, мы тоже им обеспечиваем масками. Вся остальная, ну, другая категория студентов, масочный режим соблюдают самостоятельно, ну, то есть с помощью родителей ведутся закупки. В ходе проверки грубых замечаний не было. Все работают в порядке предписанных правил. Кроме образовательных учреждений, на территории Магадана проверяют все общественные места. Сотрудники УМВД и МЧС России по Магаданской области на постоянной основе контролируют выполнение мер по предотвращению распространения инфекции в торговых центрах, маршрутных такси, точках общепита. Нарушителям грозит как предупреждение, так и протокол с административным штрафом.